Почему-то я давно не снимал видеодневничков. Может быть, пора все-таки вернуться к этой доброй традиции и попробовать неделю подряд каждый день, 7 дней подряд, снимать эти самые видеодневнички или так называемые влоги. Наверное, попробую. Красиво, эстетично. Сознательное утро начинается с кофея. Привет. Это Камчатка с Александром Петровым. И как я уже сказал, пробудившись, восстав из объятий Морфея, давным-давно я не записывал ежедневные видеодневнички. Вдруг захотелось вернуться к этой практике и попробовать 7 дней подряд, изо дня в день, снимать свою жизнь. Да, кстати, я уже упоминал в одном из недавних видеодневничков о романе великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова «Три стороны света». Перед тем, как я буду проверять электрическую почту, прочитаю вам маленький кусочек о Камчатке. В те времена завоевание Камчатки еще только начиналось. Шаг за шагом казаки наши, посылаемые туда правительством малыми отрядами, подвигались в глубину страны, приводя в подданство и объясачивая дикарей. Юкагиры, сидячие и оленные коряки, чукчи, курылы и многие другие племена, населявшие отдаленные точки страны, еще пользовались дикой независимостью. Притом и мирные камчедалы беспрестанно изменяли и делали попытки отложиться. Изменники редко действовали открытою силой, но больше хитростью и предательством. Когда казаки приходили к непокоренному острожку и требовали исак, дикари принимали их дружелюбно, щедро давили, угощали и не отказывались платить исак. Но усыпив таким образом осторожность своих врагов, они резали их сонных. Выбравшись вон из юрты, зажигали ее ночью. Они грабили камчатскую казну, припровождаемую в Охотск, и путешественник без значительного прикрытия подвергался здесь неизбежной гибели. Жестокость их не только к русским, но и к соплеменникам своим, хранившим верность к русским, не имела границ. Они жгли своих пленников, резали, мотали из живых кишки, вешали за ноги и сопровождали многими другими варварскими истязаниями торжество свое. Николай Алексеевич Некрасов. Роман «Три страны света». Этот роман, написанный в XIX веке, в одной из частей своих повествует о Камчатке века XVIII.
Непременно рекомендую вам прочесть его. А я пока буду проверять утреннюю почту. Первым делом удаляю всяческий мусор и те пресс-релизы, которые я сегодня читать не буду. Таким образом, у меня осталось всего 3 письма, которые прочитать необходимо. И сейчас я этим займусь, а вы пока можете поставить под видео лайк или дизлайк, как вам хочется. Ничего важного в 3 утренних письмах я не нашел. Вот этот двухэтажный барак за моей спиной, один из 3 сохранившихся так называемых косых домов, построенных в Акограде, в городке акционерного Камчатского общества. Почему эти дома называли косыми? Потому что они стоят под углом 45 градусов к улице Микояновской, ныне Ленинградской, к улице Ключевской, которая выше Микояновской. Когда, кстати, строили эти самые косые дома, косые бараки, улицы Ключевской еще не было. Почему эти дома стоят именно таким образом, под углом 45 градусов к основной дороге? Нет, вы ни за что не догадаетесь, поэтому мне придется рассказать. Этот наклон домов сделан для удобства снегоочистки. В 30-е годы, когда разрабатывалась генеральная схема развития Петропавловска на Камчатке, первая очередь застройки должна была прийти вот на этот вот самый склон Мишенной горы. И дома, стоявшие на склоне, часть домов, стоявших на склоне, должны были стоять под углом 45 градусов для удобства зимней снегоочистки. Как это ни странно, но это на самом деле так. Тогда снегу на Камчатке было гораздо больше, а техники гораздо меньше, поэтому косые дома и сдерживали собою снег, и его было удобнее вычищать из переулочков. Откуда ты это узнал, спросите вы меня? Я отвечу: из уже упомянутой генеральной схемы развития Петропавловска на Камчатке, выполненный институтом Гипрогор в 39-м году века минувшего. Напишите в комментарии внизу, хотите ли вы, чтобы я
рассказал вам об этой схеме. Об этой схеме под грифом «Секретно», о которой сейчас почти никто не знает, и которая рассекречена уже давно, но в открытом доступе не находится. Вы же любите узнавать от меня что-нибудь новенькое об истории Камчатки. Вот он, один из трех так называемых косых домов, сохранившихся в этом районе. Раньше их было больше, но косых осталось только три. И я думаю, что достаточно скоро все эти бараки Акограда, двухэтажные деревянные бараки Акограда, пойдут на снос. Добрый день, девушки. Здравствуйте, что вы в такой... Скажите, а вы давно живете здесь? Да. Ой, давно, 40 с лишним лет. 40 с лишним лет. А вообще, в каком году был этот дом построен, если вы знаете? Ну, так и говорят. Нет, в 57-м, говорят. А я слышал, что в 36-м. Деревянные лестницы и перила, скорее всего, сохранились с тех самых лет, когда были построены эти бараки. И вот вы сами только что услышали, что даже жительницы этих бараков точно не знают, когда эти самые бараки были построены. Кто-то говорит 50-е годы, кто-то говорит 30-е годы. Ну что, давайте посмотрим дальше. Но я знаю, что это вроде как реликвия какая-то. А вообще как расселять? Собираются вас? Дом признан уже аварийным или еще нет? Нет, да? Здесь с 72-го года жила моя мама. Вот в этой комнате. Вот она жила. Да. В этой комнатенке. А рядом соседи жили в двух комнатах. То есть эта квартира трехкомнатная была как коммунальная, как получается? Как коммунальная была, да. Это Камчатропробовские дома? Да, Камчатропробовские. Ну, это, то есть, бывший поселок Аку. А вы знаете что-нибудь об истории этих домов? Не знаю. Ну, их построили то ли японцы, то ли, не знаю, в общем, кто-то там это... Понятно. То есть, вы, получается, в 72-м году получили здесь жилье? Это мама получила, да, комнату с соседями, она здесь жила, да, с мужем, да. А вы... А я жила сначала в общежитии, пединститута, мы там больше 4 лет жили. Вот. А потом мама поменяла квартиру с Самары, и мы жили уже в своей квартире. Вот для меня она поменяла. Вот в этой квартире с 2003 года мы с ней сделали обмен. Вот. То есть вы поселились в 2003 году? Да, в 2003 году. Но, естественно, вы здесь у мамы бывали с 72-го года? Ну, как года. Же, конечно. Да? Я все тут как родное, все, жила здесь и ночевала. Mm-hmm. И все уже знаю, все катаклизмы в доме, что мы пережили. Mm-hmm. Вот, дом старый, конечно, изношенный. Он проваливался в ванной в 2000 году. Сюда принесли внучку, она родилась, вот сюда принесли... внучку, пол, который проваливался. И канализация текла прямо под наши квартиры, 5 и 6. А кому сейчас принадлежит этот дом? Не знаю, кому принадлежит. То есть управляющая компания, какая-то есть, город? Есть управляющая компания у нас есть там, да. Да, но принадлежит он, получается, городу. Городу, да. Городу. Ваши соседи сказали, что если в том подъезде, в первом подъезде еще более-менее благополучно из-за того, что он повыше стоит на фундаменте, повыше, здесь да. Подтекает и подмывает регулярно, да, весной? Здесь фундамент вымыт, его нет, он разрушен, лаги сгнили, полы проваливаются, и ванна вот эта вот, пол проваливался, его поднимали.
Но в 2000 году она еще не была приватизированная. И маме сделали, мама еще была хозяйкой. Ей подняли, все сделали. Но проваливаются на кухне полы, ушли туда. И в прихожей, то есть вот так у нас он... Пожалуйста, наша визитная карточка. Наталья Ивановна, скажите, да? А вообще обращались ли в город с просьбой признать дом непригодным для проживания? Обращались, чтобы признали квартиры наши непригодными. Или какими-то там, я не знаю, и статус. Как? И да. Какой результат? В 2012 году признали, что все нормально, все хорошо, была комиссия. Все, справку дали хорошую. Я обратилась... Не скажу, наверное, в наивысшие инстанции, отослала все справки, все фотографии, все, собрала весь материал, и через год признали непригодной. Пришла комиссия другая, посмотрели. Вот так вот сгнившие у нас стены, вон там дырки на улице. То есть квартиру вашу признали непригодной? Признали, признали. И что дальше? А что дальше? Я написала, что и что, вот как жить дальше в непригодной, сколько можно в ней жить. Мне написали, что вы можете... Либо встать на очередь на квартиру, либо маневренный фонд. Но маневренно я поняла общежитие. Но я же уже не в том возрасте, чтобы в общежитии жить. Я чего-то нажила, работала всю жизнь. Это сколько у меня и мебели есть, и имущества. Да. Все не завезешь в общежитии. Ну, как вы думаете, какие прогнозы по расселению, переселению? Вы знаете, ну, хотелось бы верить, но что-то плохо верится. Да. Да, что-то хотелось бы верить, что переселят, построить новые дома. Ну, наверное, уж мы заслужили, заработали. Мои выпускницы то деток понарожали, много детей, некоторые в одиночестве, и им что-то дали какое-то жилье. А вы, Наталья Ивановна, получили? Вы же тоже ходили, хлопотали. Я говорю, девочки, а мне еще, наверное, я не скоро получу. Как вас зовут? Валентина Константиновна. Валентина Константиновна, с какого года вы живете в этом доме? С 83-го. С 83-го. Вы получали от Камчатрепрома жилье? Нет. Нет? По обмену. По обмену. Да. Вы вообще камчатская местная или нет, приезжая? Нет, приезжая. Но я здесь проживаю с 70-го года. С 70-го года. Да. Какого года постройки ваш дом? Вообще написали с 34-го, но он с 32-го построен, потому что здесь вот в 7-й квартире жила женщина, которая с самого рождения здесь жила. А я перепись сделала, были паспорта с 32-го, а потом почему-то с 34-го стали. Сейчас кто-нибудь остался в доме из тех, кто прожил здесь, вот жил, родился, прожил всю жизнь, родители жили? Нет, таких уже нет. Нету. Дом не признан аварийным. У меня документы есть. А квартиры признаны аварийными. Некоторые, да? Все. Все. А вы посмотрите. Я вам далеко ходить не буду. Посмотрите, какая палубка. Это я все залаживаю. Она же вся сыпется. А здесь, посмотрите, крысы лазят по низу. Все, все, все. И они еще 11 миллионов собираются на ремонт дома этого. На ремонт? То есть не на расселение, не на приобретение квартир? Ну, у нас уже двое получили
по это самое, через суд квартиры. А сколько осталось? У вас же по 4 квартиры в подъезде, да? Осталось 6 квартир. 6 квартир. Понятно. И квартиры пустуют. Община выделки не стоит. Это если в квартиры зайти, уже лаги сгнили, полы наискосок все, у всех. Ну я вот в соседнем, в соседнем 20... доме заходил к людям, смотрел. В 25-м доме, там на первом этаже, у этих двери уже плохо закрываются, вот во второй квартире. Не знаю. То есть, Конечно, подъезд заходишь, потому что мы выпросили ремонт, нам сделали все-таки за наши деньги же, еле-еле ремонт добились. То есть это получается, что те двое, которые получили новое жилье, получили только суд. Через суд? Да, через суд получили. А остальные собираются подавать? У меня тоже документы на руках. Ну, мне надо было заплатить через это самое. Ну, меня просто здесь устраивает. Вы же видите, я с цветочками вожусь. Да. То палисадники, то это. И здесь тишина по сравнению с пятиэтажками и девятиэтажками. То есть что-то положительное тоже в этом есть. Да. Поэтому меня устраивает. И выйти я могу где-то посидеть, что-то это самое. А там в пятиэтажках и будешь сидеть. Конечно. Умирать потихоньку. Светлана Максимовна Федорова. Светлана Максимовна, вы с какого года живете в этом доме? По-моему, 76-го года. 76-го. Да. А вы вообще приезжая или нет, здесь? Нет, я родилась в Петропавловске-Камчатском. Да. Родились в Петропавловске. Здесь, да. Понятно. Скажите, то есть вы знаете историю этих домов? Когда построены? Я знаю, что дом наш построен в 34-м году. Это для работников рыбопромышленности как раз... Тогда АКУ, по-моему, называлась. Вот, и здесь все начальство жило. А в каждой квартире жило по две семьи. Сейчас все квартиры у нас, ну, на одного жителя, на одну семью. На одного хозяина. Да, на одного хозяина. Всего квартир у нас 8. А скажите, а дом находится в аварийном состоянии? В аварийном состоянии, но еще когда-то... В 90-е годы нам говорили, что у него более 70% износа. Но потом нам сказали, что дом историческая ценность, и никакому сносу мы не принадлежим, мы ни в каких этих самых не участвуем, что у нас, в общем, ни в каких списках мы, у нас нету. Хотя мы 34-го. Через 14 лет нам будет 100 лет. Это официальный ответ был, что дом является исторической ценностью? Это у меня здесь в четвертой квартире жила женщина, она уже уехала на материк, она была приезжей. Вот она добивалась, чтобы ей типа под снос квартиру. Тогда я не помню, какой-то градоначальник был, но потом он благополучно ушел, этот градоначальник. Вот. Ну и ей просто что сделали? Ей пришли, немножечко ремонтик сделали и все. А так, в общем, сказали, что наши дома... еще пригодны для жилья. Ну, если честно, честно, конечно, можно было бы добиваться, ходить, но... Ну, вот я знаю, что в соседнем доме, в таком же... В 23-м, в косом доме, двое жильцов через суд получили квартиры. А там вообще пустуют две квартиры и плюс комната в одной квартире пустует, потому что им одна женщина умерла, это сама, а вот другим дали квартиру, и еще рядом квартира дали, комната у них была, и ему дали квартиру тоже.
Я знаю, что они сами комиссию приводили, говорили, что аварийный дом, но до сих пор их так и не сносят. Ну и как вам здесь живется? Вы знаете, дом, конечно, косой, ремонт делать это... Вообще то самое, потому что все стены... Бессмысленно. Все стороны... Не, ну мы косметический, конечно, ремонт делаем. Постоянно поднимаем полы. У меня уже в комнату целая ступенька, потому что подъезды просаживаются стены. И получается, дом складывается внутрь. А с той стороны у нас вон там балки железные приделаны с одной и с другой стороны. И насквозь сквозь квартиры трубы. На металлические. Да, очень много здесь у нас. Если нормальный ремонт делать, как вот в больших таких домах, то здесь это просто выйдет в аховскую сумму. Дешевле новый. Купить новые квартиры. Да, но на будущий год нам сказали, будет капитальный ремонт. Но он из чего состоять будет? Будет нам ремонтировать крышу и обшивать вот этими панелями. Я, правда, не понимаю, для чего это делать. Да, нам будет теплее, я слов нету. Но дело, что если это историческая ценность, как нам говорят, что не надо сносить, тогда вы сделайте как историческую ценность, обшейте тогда под историческую ценность. Но здесь вообще жильцы уже практически смирились с тем, что мы здесь будем жить. Ну и нам нравится жить, знаете почему? Ключевская улица очень зеленая. Вот еще моя соседка. Здравствуйте. Ключевская очень зеленая. У нас здесь, посмотрите, какая зеленая зона. Нам здесь, жителям, очень нравится жить. Понимаете? Если бы на этом месте хороший дом построили, это было вообще шикарно. Косые дома на улице Ключевской, лишь одна крошечная часть истории столицы Камчатского края. Мы услышали, что говорят люди, живущие в этих домах не один десяток лет. Сохранятся ли эти дома? Неизвестно. Потому как обещанный капитальный ремонт наверняка, как уже было сказано, выльется лишь в обшивку сайдингом, что полностью уничтожит исторический облик, и косметическую подкраску. То есть никто не приведет в порядок ни фундаменты, ни балки, не лаги. И эти деревянные дома, которым без малого сотня лет, продолжат гнить, продолжат разрушаться и скоро придут в состояние, которое не позволит восстановить их. Вот такой вот видеодневничок сегодня получился. Я напоминаю, что я на неделю, то есть на 7 дней, вернулся к ежедневным влогам. Надеюсь, что у меня хватит сил и энтузиазма довести до конца этот самый недельный прожект и показать вам 7 выпусков моего видеодневничка. Это был день первый. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-нибудь новенькое об истории столицы Камчатского края. Ежели не нравится, ежели вы абрамы родства не помнящие, ставьте дизлайки, отписывайтесь
от меня не убудет. Пожалуйста, обязательно пишите внизу под роликом ваши комментарии. Мне взаправду интересно знать, что вы думаете, глядя выпуски моего видеодневничка. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам вдруг стало интересно и вы хотите и в дальнейшем заглядывать сюда, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка. Делайте, что она вам велит. Делайте. Сделали. Кнопочка «Подписаться» сменила свой красный цвет на светло-серый. И в ней появились волшебные слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы! Аплодирую вам. До свидания.